Казанский федеральный университет – один из ведущих вузов России, старейший университет, который готовит квалифицированных специалистов по всевозможным направлениям. В этом году КФУ на все формы обучения готов принять более 12 тысяч человек, из них около 5 тысяч на бюджетную форму обучения. И на сегодняшний день у нас подано 40 725 заявок от абитуриентов. Вместе это и Набережные Челны, и Елабуга, и это город Казань. Надо сказать, что вот эти вот заявления абитуриенты могут подать по трем направлениям. И вот эти вот цифры, которые я вам сейчас озвучил, они как раз и складываются из того, что каждый абитуриент подал не на одно, а на несколько направлений. Для удобства будущих студентов приемная комиссия КФУ располагается в двух местах. В спортивно-развлекательном комплексе «Уникс» по адресу профессора Нужина 2 и во втором учебном корпусе по адресу Кремлевская 35. Также подать документы абитуриент может, не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться в социально-образовательной сети «Буду студентом». У нас в этом году существует сервис электронной подачи документов. То есть абитуриент может, сидя дома, сканировать свой паспорт, аттестат, приложение к аттестату и отправить эти, значит, прикрепить в личном кабинете. И таким образом мы увидим вместе с заявлением уже вот эти вот все его документы. Самым популярным среди абитуриентов является Институт управления экономикой и финансов и Институт международных отношений, где число заявок на сегодняшний день составило более 5000. Но я хотел бы отметить, что в этом году впервые мы видим необычайный интерес к IT-технологиям. И у нас на третьем месте по количеству подных заявлений – это Институт вычислительной математики и информационных технологий. Там 3544 заявления уже поданы на сегодняшний день. Достаточно серьезная цифра. В прошлом году мы такой вот активности в этом направлении не видели. Будущие студенты выбирают Казанский университет, будучи уверенными, что сделали правильный выбор. Я выбрала данный университет, потому что он является ведущим как города Казани и также стоит в рейтинге многих российских вузов со многими другими ведущими вузами России. И поэтому я считаю, что здесь можно получить достойное и хорошее образование. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 8:30 и до 17:00 и в субботу с 8 до 13:00. Телефон горячей линии приемной комиссии КФУ 8 800 792 75. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз.